Привет! Костя вернулся с раскопок своих. Это Жека передал, да. Ох, какие у тебя ботфорды. Да, надо их сразу снимать. Там уже грязь на них прям. Угу, спасибо, Жека. Даша будет довольная. Даша сегодня уроки учила. Собрала уже. Писала, да. Все собрала. Вот. И завтра в школу потопает. Ну как впечатление? Замерзли, нет? Ох, прям куски грязи. Вот сколько Костя заходит в дом, там этот. Сколько разбывается, сколько каждый раз я возмущаюсь. Ну просто не могу. Может, на улице надо было разбуться, а потом заходить. Уже все. Ну уже да. Да ничего, я подмету, не переживай. Подмечаю. Хорошо. Уже смысла нету. Что там новенького? Что видели? Что выкопали? Короче, я какой-то лазим себе по лесу, а там, короче, этот... Ну, правда, у меня память оказалась, закончилась на телефоне. Ты снимал? Ну, чуть-чуть. О, себе. Значит, я покажу. Ты сам смонтажишь свое? Так у меня там, ну, не будет. Ты вставь в видео просто. Ну, так я в видео вот вставлю, покажу. Я же не говорю на целое видео. Кусочек. Понятно. Я зашел, это, какие-то советские здания, думал, что заброшенные. Ну. А там раз выбегает сторож, типа, что вы тут роботы? Я говорю, я турист, я хожу, смотрю. Турист с рюкзачком детским, повернись, пожалуйста, спиной. Я турист. Он говорит, а ну покажи, что украл. Я говорю, в смысле? Такое что-то. Ой, боже, кастрюльку мою забрал, не забыл? Да. Вы покушали, вам понравилось? Угу. Хорошо. Слушай, а тепло сохранило или нет? Да. Ну, макарошек, вот это чуть-чуть помогло, да, там, то, что фольгой я? Да, там, кстати, у Жеки, ну, монету нашли, короче, а я тут сейчас покажу. Ну, о, поломалось, блин. Что это? Карандаш? Не, это же я тебе. Что? Сейчас. Что это? Оно было целым. Это подснежник с луковицей. Он вот такой был, Китсюня. Ты его посадишь, короче, и он... Спасибо, но я его сейчас посажу. Я посажу. Вылупится. Не вылупится, а расцветет. Расцветет. Капец, спасибо. Я сейчас посажу его. Там уже здесь, кстати, маленькие подснежники такие. Что, серьезно? Ну, такие. Ну, их нет смысла рвать. Слушай, так прям пахнет лесом. Ну, а ну то есть такие. Подснежники бывают? Ну, это пролисок, а я не знаю, как он. Ну, там синенькие еще. Уже есть там. Да, были? Вот такие, маленькие. И так расцвели? У сестры. Так что можно было даже букет вообще не надо с луковицами рвать. Просто вот. Не, ну просто раскапывали, я такой, прикольно, я ее тянула, она с луковицей. Я думаю, ты подумал, что посадишь. Посажу. Короче, смотри, это кусок керамики. Ну, у меня такой хлам, просто я в карман его закидывал. Вот это имперские гвозди. Смотри, какие. Мне в комменте написали, что разный хлам в дом лучше не нести. Мало ли, какая в него энергетика и все такое. Ну, это в старых бревнах просто были. Ну, дома раньше сбивали, деревянные гвозди. Я поняла. Ну, ладно. Блин, ну не жри. А как... Что, он грязь ест или что? Солому вот этого. А, о, господи. А этот, а то, что там Женя снимал, я оставлю ссылочку на его канал, зайдите, посмотрите. Ты голодный? А нет. Нет? Чай бы попил. Окей, сделаю сейчас. Даша уже вернулась домой. Ух ты. Да. Что это? Это тебе Жека передал. Лул. Костя кушает. Бин, ну а ты что делаешь? Бин, что ты делаешь? Лапы спрятался. Угу. В шарф заматывайся. Он тем с шарфом-то играется. Папа, открой. Давай. Папа, открой. Жека очень надеялся, что здесь конфета какая-то есть. Да? Угу. Там есть конфета. Надо было состав там сзади написано, что есть какой-то шоколад. Ну, открой. Читать надо было просто. Даша, осторожно, а то сейчас рассыпется. Даша подъедает. Иди себе сделай. Папа не любит, когда с его тарелки. Я уже говорю, маме с его тарелки едят. Я теперь кушаю. Ну и что здесь в этом Лола? Куколка. Лоли. Куколка. Слушай, прикольная такая. Угу.
Две таких взрывных, яичко и монетка. На это яйцо шоколадное, монетка шоколадная. Слушайте, а Лолка прикольная. Он, у нее такие мягкие эти. Как их? Ну, короче. Волосы? Да. Волосы такие более мягкие. Не сильно. Ну, такая. Прикольная, слушай. У тебя такой нету, Лолочки? Да. Как раз собираю коллекцию. Давай эту шипучку откроем, мне интересно, что это. Она такая, в рот засыпаешь, она шипит. Да? Да. Не было. Я с яйца. А раскуси, оно пустое в середине или нет? А, нет, просто шоколадка, да? Обычный шоколад. Давай шипучку. Давай шипучку. Не, прикольная. Спасибо, Жень. Большое спасибо. Они сегодня ездили на эти раскопки. Не, не так. Вот, вот так вот в длину. Вот так открой. Нет? Смотри, не рассыпь. Давайте, я этого боюсь. Дай понюхай. Такой запах какой-то. И внутри, а видите? Угу. Такое. Я а ну, подожди. Видите, внутри такое желтенькое. Здесь есть клубника, апельсин, яблоко и виноград. Может, не, не кушай такое? Я кушаю. Звук. Открой рот. Ну, открой. Да, понравилось? Где-то у меня резкость пропадает. Угу, кто-то к тебе идет. Бина, что ты какие-то бумажки поразбрасывал по всему этому? Что-то игрался, бегал. Тоже хочешь? Короче, мы едем, едем в Одессу. Да. Надя, я тебя люблю. Я уже не обижаюсь на тебя, да? Да. Ты посмотри, какая дорога. Да нас заносит, короче. Я не знаю, как мы будем выезжать. Ну, мы проехали пока что. Ага. Надо, действительно, как ты говорил, чтобы светло было. Да, потому что по темноте мы не увидим даже, куда там ехать. Короче, хана. Тут проехали ямы такие. Колесо грязное. Вообще, ну... Это капец. Я не знаю, как проехаться. Жека, он выламывает пути. Ищет. Короче, как-то будем сейчас проезжать. Давай. Поехал. Смотри, да капец, я уже снял, это хана. Вообще нет, это слой просто обмолоченный. Ну что, я лучше тебя подожду со стороны тут. Ага. На другой стороне. Ух ты, ё. Пошли, маленький джип сделал это. Ага, поехали. Да. Это этот, кофеманский ритуал. Ну да. Что ж, приехали, надо взбодриться. Ага. Так. Кстати, вот это место, которое я хотел пошариться. То есть, а тут, я не помню, тут летом была вода или нет? А, ну дай я проверю. Слушай, такое стрёмное дерево, я так прям напротив него ага. встал. Слушай, офигеть. А давай... Я, наверное, свалим его, да? Да не, не свалим, может. Переедешь, типа? Ну да, неудачно. Ну, как а бы... это болото, где Косте снилось, что он сундук с золотом отрыл, да? Да не золото. Что тебе снилось тогда, расскажи. Снилось, ну, на магнит, типа. Мы вытянули на магнит, понял? Сундук, короче, две золотых монеты и вот такая, ну, ржавая сабля. Да? Вот такая же маня, да. Ну, Костик, может, сон в руку был, как говорят, да? Может быть. Куда ты побрел? Не, ну там была просто вода, Кость. Да, я понял.
здесь же была вода летом. Или нет? Ну, так тут и была вода, потому что поэтому тут нам надо ехать дальше искать. Это мы стали осмотреться, да? Ну как, это тут же идет вот это маленький ручеек такой, или остаток какой-то речки, да? Ну, что-то типа того, да. Оп-оп. Оп-оп. Бежит, он бежит. Все, я разведку боем провел. Ну, подготовка перед боем. Кстати, а вот тут я нашел прикольное место. А вот пока пушка, короче, тут великан бродил с большой катушкой вон. То есть, чтобы было видно, это ямка такая. Выкопал, наверное, танк какой-то. Ну, я не знаю, или какой-то УАЗик тут закопан был. Но факт в том, что выкопано. Что, уже поехал? Ну, интересно, что тут все. Конечно, дорогой, конечно. Подожди, там же точно, я помню, мы проезжали, вода везде была, да, вот тут? Тут? Да, и дальше там. Да, ну как, она шла... Она идет туда, да? Тут обрыв. Подожди, а там обрыв? Жек, она была вот там, аж до самого края, насколько я помню. Края, так да. А куда она девается? Испаряется или что? Ну, на зиму вода сошла просто. Чистая вода сошла. Так, ну что, я одеваюсь вниз калоши? Да я, наверное, тоже тут одену. А, ты брал калоши, да? Да, брал, конечно. Я даже не могу. О, я тоже. Да? В этот раз что-то я не готовился. Ой, блин, мне не страшно доставать. Можно? Ох, там не бабай. Сейчас помоешь, если что. Ну, да. А, ты меня, это, подготовочка, да? Ага. Блин, ты посмотри, сколько на подошве я насобирал этих самых кусочков, да? Сыра. Сыра. Блин. Коричневый сыр. Да. Да, куча носков, да? Ага. Опачки. Оп. Так. Когда перед тем, как стемнеет, надо отсюда выбираться. Вот, потому что если там по темному нас несет в поле, короче, пойдем за трактором. Одеваю тоже калоши. Так, у меня еще сапоги вот такие. Ой-ой-ой. Держись, не падай. Подготовка, да? Ага. Слушай, ну мы так долго иногда копошимся, да, пока переоденемся, пока ты сюда. Сейчас, может еще пообедаем, ставим. Ну я сделал вывод. Вот раньше, помнишь, мы... Как делали? Мы одежду брали, переодеваться там. Угу. Ну, то есть. А сейчас в одной одежде приехал, переобулся и погнал. Да, так и правильно, мы только тратили время, да? Мы поняли, что тратим просто время. Какие у тебя говнодавы прикольные. И они тоже, вижу, грязнющие. Да. О, кулек полетел. Я буду ждать тебя с пакетом АТБ, да, или как там в той песне? АТБ. И ты знаешь, что я сделал вывод? Вот я выходил, ну, дома на улицу. Было, ну, как бы жарко. Угу. Я думаю, одену летние педали вот эти. Угу. Нифига, в них холодно. Холодно, да? Да, прикинь. Я нашел. Да, я отодвинул только что все этот, вот оно. Фольга. Обманный сигнал. Да, обманный. А старая фольга или? А, ну дай. Старая. Да. Какой-то сигнал странный, да? Тут что, фольгу выращивали? Ага. Опа! Джеки Чан. Да, это тут выращивают фольгу, кстати, я хочу сказать. Опять сигнал фольги. Ну, в принципе, сигнал фольги схожий с золотом, да? Да. А прикинь, сейчас достаем золото, это вообще бомбец. Да, грунт, конечно, тут... Ого! Ого! Я вам скажу... Опа! Это вам... Не в песке копать. Ага, да? Ну да. Вот а так? Я стою тут снимаю. У меня руки аж тянутся туда, короче. Тянутся, да? Да. Хочется порыться. О, ты выкопал, походу. Обадя! Вот и на тебе. Что же оно там такое?
Жак, я уже увижу. Вон тут что-то. А, или то мне показалось. Да, фольга. Обалдеть. Опять фольга. Опять фольга. Утилизация. Да, давай. Утилизация. Опа. В рюкзачок. Рюкзачок, да. Сейчас я... Подожди, надо буду там пройтись еще. Ага. Во-первых, часы забыл переставить. Сейчас бы очень долго мы бы думали. Что за сигнал, да? У нас пищит? И то же самое и у меня, короче. Да? Сейчас мы тут побродим, походим. Костя, счастливый, нашел зубы кого? Мамонта, ты говоришь, да? Я не знаю, здесь много керамики. Короче, всем стоматологам привет. Пока. Я просто никогда, я такого не видел. Ну, у людей зубы, да, этот, усел. Покажи. Сейчас. Ух ты. Зуболиния кого-то. Ну, ага. Походу, здесь жил дантист. Подожди. Смотри, он старенький. Не и, знаю. И Жек до сих пор сохранился, прикинь. Слушай, может себе оставишь на всякий случай, вдруг на старость выпаду. Оставишь хоть передние два будет тебе, не? Если еще один найти, можно. А ну, подожди, дай я примерю. Подойдут. А ну, а ты поставь к зубам, подойдет тебе? Не, я тебе сейчас. Охренеть, непонятно, что за животное. Да. Прикинь, зуб нашли. Не матюкайся в храме Божьем. Ага, вот это. Ага. Не, вот такие нарезочки классные тебе. А, да? Ну. Одну на двоих. Короче, Надя, спасибо. Я тебя люблю. Мы тоже, короче, наснимали все, что только можно. И не можно. Да, и этот. А, вот такой у нас пироженка будет. Крутяк. Да, называется. Короче, бомба, кстати. Да, Сережа. Да? Так. Мы тут, кстати, понабирали столько еды, что ощущение, мы сюда пожрать пришли, да. Типа, а не работать. Ну, вот наш скромненький перекус. Макароны по-флотски, сыр, что тут там еще, подожди. А, колбаса, ну, в общем, бутербродики. Вон, сейчас закусим с чайком этот, шоколадной бомбой. И все пучком. Да. Хряцаем. Короче, обились. Очень вкусно. Спасибо тебе, Жек, за бутики. Спасибо тебе за макарошки. Крутые с колбасой. И мы еще взяли с собой энергетик, короче. Кофеин и стаканчик. Там еще кофеин. Да, два термоса кофе, вода. Набор комрада. Какая-то, фламишка. Я тоже так наелся. Мне так что-то лень идти уже, но надо. Да, нам идти вот туда. Вот. Да, нам идти. Одна ох ты, ё-моё. Ладно. Так, Жек, вот одна гора, вон еще одна. Ну да, но видишь, на камере смотрится немножко не так. Вроде кажется так близко, ага. А на самом деле... Ух тышка, нашел подснежник. Походу. Маленький-маленький. Обалдеть. Это бутончики, ну, маленькие.